Яблочный эксперт, и тема сегодняшнего ролика: что делать, если вы намочили свой iPhone. То есть, о чем идет речь? Смотрите, говорится именно конкретно тех, у которых есть пылевлагозащита. Это началось от iPhone 7, 8, 10, 10s, 11, 11 Pro. То есть у этих версий есть, но я не буду называть там плюс версии, это не важно. То есть многие скажут: взять, протереть и пойти дальше. Я скажу: зачем эти устройства очистки данных, если там, точнее, очистки динамиков, если там стоит пылевлагозащита? Я вам отвечу: это необходимые меры безопасности, так как, может быть, ваш телефон уже разбирался и как раз в эту именно плотную пленку не приложили качественно, и может быть внешнее воздействие на проникновение воды и пыли вовнутрь устройства. Или скажут те, у которых новый iPhone, им нечего переживать. Также отвечу, что нет, есть, так как может быть заводской брак по сборке iPhone. Та же самая пленка будет неплотно прилегать. Поэтому вот бывает же такое, что iPhone 7, 8, 10, 10s, 11, 11 Pro попадает вода, то есть остается часть в динамиках и выдает некачественный звук. Поэтому и нужна профилактика по очистке динамиков от влаги. То есть выход из ситуации — продуть не снаружи, а снутри динамиками сами. Как это сделать? Делаем это через приложение. То есть мы освобождаем поток звука через динамики, и тем самым прочистка каналов динамиков от воды. Это будет профилактика по очистке динамиков. Приложение есть такое, оно бесплатное в App Store, называется Sonic. Заходите, жмете play, тянете на максимум, выдуваете. Все на максимальном звуке, вот, как этим, так этим, все, и ваше приложение отлично вам поможет с тем, чтобы продуть ваши динамики, можете не переживать. Все, ссылка на приложение будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях, мне это очень важно, следите за новостями. Всем пока!